хочешь такое количество гемов и такой вот себе инвентарь, тогда, ребята, если мы наберем 3000 лайков под этим видеороликом, то я разыграю все свои гемы, а также весь свой инвентарь Pet Simulator X. И если под этим видеороликом будет один незалайканный комментарий, то этот человек получит вот такого золотого Huge Pumpkin кота. Так что ставим лайкосики, набираем 3000 лайков, и я сразу же разыграю весь свой инвентарь и все. Хочешь много робоксов на аккаунт? Тогда тебе на RBX Camp. Здесь ты сможешь купить всего лишь за 100 рублей 315 робоксов. Это очень приятный курс. Также у них есть своя дискорд группа, где регулярно проводятся конкурсы на очень-очень много робоксов. Ну а если у тебя еще есть остались вопросики, тогда тебе на их группу. Все ссылочки на RBX Camp в закрепленном комментарии. Эй, ребята, всем привет, и вы на канале Домон. Сегодня я вам покажу новый слив, новое обновление, которое у нас выйдет уже в субботу в 19:00 по МСК. Ну а перед началом нового видеоролика должен подписаться на мой канал с колокольчиком, не забыть про лайкосик, ну и написать свой наикрутейший комментарий, и перейди в мой дискуссер, который находится в описании. Приятного просмотра. Ну и вот, ребята, давайте, короче, поговорим о обновлении, которое у нас будет уже в субботу. Да-да, ребята, у нас каждую неделю выходит обновление, как и Пресон обещал, что будет каждую субботу у нас новые обновления. Ну, точно, ну, как, типа, каждую субботу, каждую неделю у нас будет новое обновление. Ну, смотрите, ребята, что вообще добавит, ну, вообще мое мнение насчет, типа, каждой недели, каждой обновы, ребята, это очень-очень хорошо. Но вот последняя обнова, которая была, это тоже очень хорошая, но, правда, мне не понравились лаки-блоки. Да, ребят, мне не понравились лаки-блоки, потому что лучше стоять, открывать вот эти вот яйца, чем просто, ну, вот эти вот, и вот так берете, например, вот так, оп-оп-оп, надеваете, так ломаете, и ты же не знаешь, тебе выпадет хук или нет. Вот в чем прикол. После как открываешь вот эти вот яйца, ну, как яйца, вот, рандомные типа это выпадают, и все, толку от них вообще ноль, ребята. Например, там шанс на мифика, там, вообще тоже маленький, и... Вообще, ребят, это вообще, ну, типа, неудобно, так как с истерокотами было. Ну, это вообще, я так думаю, это, типа, полный бред. И, ребята, сегодня я расскажу, что добавят на снова обновление. Это связано снова с лаки-блоками. Я не знаю, что они там придумают. Я вообще толку от этого с лаки-блоками. Если бы, вот, было бы яйцо, вот, вместо, например, вместо вот этого ивента. Вот, вместо этого ивента мы такой заходим, вот так. Заходим, и тут сразу такой лаки-блок, ну, типа, как лаки-блок, это яйцо с лаки, ну, лаки-яг, мы, типа, вот так берем, открываем так яйцо, и все, в принципе. Вот так вот, просто открываем вот эти яйца, и все, больше нам ничего такого не нужно. Верно, ребята, верно. А мы теперь переходим в Дискорд, я вам покажу, что добавит нас в обновление. Ну и вот, ребята, мы, короче, перешли в Дискорд, и давайте я вам покажу, что у нас тут-то добавит. Pet Simulator X, точнее, уже добавили, но это, точнее, сами файлы игры добавили, а в сам Pet Simulator, именно, чтобы там уже мы играли с ними, нет, такого не было. Смотрите, Update Gift 1. Это, короче, возможно, у нас, ребята, обновят вот эти подарки, где выпадает капкейк, да? Обновят, возможно, подарки, добавят что-то новое и годное. Теперь, вот... Какие у нас лаки-блоки добавили? Huge Pink Lucky Block. Вот такой, ребята, Huge Pink Lucky Block. Да-да, ребят, Huge Pink Lucky Block. Это новый Huge питомец, наверное, будет тоже, наверное, с подарков, но, возможно, это мы будем просто, у нас будет яйцо, которое мы будем открывать, и там, возможно, будет это Huge питомец. Вот такой питомец, ребята. Blue Lucky Block. Вот такой вот, ребята, питомец. Также, ребята, вот так, тут вот партнер чат, а вот... А, нет, ребята, нет, тут у нас, короче, такого ничего нету. Ну, давайте, ребята, я вам еще на скринах, на экране вам покажу, какие у нас еще были сливы по поводу Pet Simulator X. Вот, у вас, в принципе, на экране вот эти вот сливы, которые у нас были в Pet Simulator X. Там, это черный лаки блоким, также еще один хич питомец. Там много-много чего, ребята. И если вы также хотите, ну, получить этот питомец, просто, ребята, посмотрим мой прошлый видеоролик, который я там, в принципе, показывал, как получить вот это, в принципе, лаки-блоки. Очень-очень бесплатно, да, ребята, там тоже можете побегать с ними, там пооткрывать, выпить, и так вот, ну, пандаваться перед друзьями, так бы сказал. И вот такие, ребята, сливы. Возможно, Престон что-то подумает, обновит вот эти вот подарки, я думаю, потому что, ну, вот эти подарки там по-любому нужно обновить, и... Ну, потому что капкейки уже, их очень-очень много. Давайте даже посмотрим, сколько капкейков в Pet Simulator X. Давайте так, Spam World, так, телепортируемся. Летим. А что, короче, посмотрим. Так, смотрим. И, так, сколько у нас капкейков? 83 тысячи, это как пикселей. Ну, почти как, ну да, ребят, это как пикселей. Как. Ну да, это, короче, вот так вот. Так, смотрим, драконы. Да ё-моё, почему... Нету вообще ни, почти ни у какого хука экзекута.
Просто, наверное, просто скрывает свой заработок, как я понимаю, да? Так, вот этих 7 тысяч, 8755, этих 5 тысяч, этих 1859, 3092. Ну, короче, так как, в принципе, хакеды, пиксели и капкейки. Но капкейки, я думаю, ребята, лучше добавить нам лаки-блоки в гифты. Мы будем также стоять просто АФК, также открывать это вот гифты. И, ребята, потому что этот лаки-блок будет выглядеть очень-очень прикольно и очень красиво. И, ребята, я думаю, что реально обновляют вот эти гифты, потому что... Почему, ребята? Потому что у нас связано с тем, что лаки-блоки, да? Ну, как типа лаки-блоки? Смотрите, типа там эксклюзивные, ну, типа лаки-блоки у нас будут эксклюзивные. Да, вот эти вот маленькие лаки-блоки, вот такие вот, ребята, там, ну, такие есть лаки-блоки, вот такие тоже маленькие лаки-блоки, и также такие huge питомцы, типа, черные лаки-блоки, такие же, и синие, по-моему. Да, синие, вот такие вот желтые и черные. Вот такие вот лаки-блоки, они все эксклюзивные. А капкейк, как у нас в гифтах вот выпадает, да, ребята, он тоже эксклюзивный. И мои выводы. То есть, я думаю, что у нас будет эксклюзивное в, ну, в гифтах будет, у нас будут эксклюзивные вот эти вот лаки-блоки дропаться. И также вот такие вот, в принципе, huge питомцы, вот, с последних гифтов. И вот такие вот дела. В принципе, я вам показал новые сливы, новое обновление, которое у нас добавит, ну, будет в субботу. Ну, а если понравился видеоролик, ставь лайк, подписывайся и колокольчик. А мы тебе прощаемся, всем пока-пока.